Итак, давайте вести нашу линию, начиная от цифры 1. Считаем вместе. От единицы к двойке. Что идет после 2? 3. А что после 3? 4. А после цифры 5 идет число 6. После цифры 6 идет число 7 за семеркой, конечно же. Число 8 за восьмеркой сразу же. Число 9 за девяткой, само собой. 10, 12, 14. Готово. Мы соединили все точки.